Так, процесс заготовки чабанского хинкала в селе Джули. Это село находится в Табасаранском районе. Что нужно? Вот что нужно приготовить, вот такое тесто. Состав: мука, соль, вода и одно яйцо. И вот так чуть надо подождать, чтобы чуть созрела она. Обязательно надо разжечь огонь на дровах. Это придает определенный вкус. Вот. Сейчас здесь будет разожжен огонь. И вот этой кастрюле у нас еще будет курица вариться. Сперва курица сварится, а потом туда мы добавим хинкал. Вот сейчас будет огонь. Будет готовить наша бабушка. Помогать будет дедушка. Я в шнурисе, Джимбаджи. В шнурисе. Бабушке 87 лет, так что вот, знаете, в таком возрасте тоже еще готовят. 89 я уже. 89 лет дедушке. Дедушку зовут Кирилл Лохово. Вот сейчас тесто готовится, подготавливается. Так, сейчас. И сейчас будем хинкал будем кушать на природе. Так. Вот так нужно раскатывать. Это своя технология. Вот такие вот лепешки. Нужно раскачивать. Сейчас вот такие полосочки нужно делать. Эти полосочки вот так на кусочки надо разделять, чтобы удобно было протирать через это сито. Сейчас покажем. Можно ножом тоже, да. Вот, вот ножом тоже можно. Бабушка и дедушка вот вместе живут с 55 года, сейчас 21 год, сегодня у нас 19 число августа, посчитайте сколько. Вот смотрите, сейчас основной момент, вот так надо, вот так протирать через сито, она вот так, форму такую определенную. Да. Лучше будет, чтобы проваривались. Вот. Проваривались. Вот. Смотри так. Вот так. Так расширяется.
И вкус такой. Ай, ты, кудря, да. Хешьера, кады. Бля, ты. Штарку рыкава, ай, о, хорады, шалава, Hiç ayrı hanı kakular. Kakular kuru kurum zahra ile. Вот сейчас будет огонь тоже надо периодически поддерживать, чтобы курочка наша быстрее скипела. Вот на таком огне готовится. Дядя Киругли вот, будет поддерживать огонь. И здесь вот наша курочка будет готовиться. Вот еще раз смотрите, технология. Такой рецепт вы нигде не найдете. Самый вкусный хинкал. И вот они сюда вот так вставляются, а потом, когда там скипит наша кастрюля, вот, потом уже туда достаем курицу и туда хинкал. На бульоне будет вариться. Бабушка и дедушка вот совместно живут, подсчитали 66 лет. 66 лет. Вот так вот. Вот здесь вот такая красота. Это в горах. Село называется Джули. Курочка еще. Она еще заморожена. Вот в таком домике они живут. В такой природе. Вместе. Столько лет. Чемет баджи. И кироль халу. Это по-сарански. И здесь идет подготовка хинкала. Ягод. Пока еще нарезается. Вот такой вот у них перед домом огород. Свой красота. Вот их вид дома спереди. Вот так живут бабушка и дедушка. Вот такая красота. Вот. Природа какая, да? Свежий воздух. И пока хинкал готовится, чабанский, самый вкусный этот, из дикой горной черной смородины, вот компот и сама смородина, вот сейчас остатки, очень вкусные. Вот, закипела курица. Сколько минут нужно, чтобы закипела? До готовности, в общем. Так, сейчас этап чистки лука. Сейчас лук приготовят для подливы. Сейчас покажем. Пока наша курочка готовится, хотел показать вам природу. Смотрите, какая красота. Зелень везде, свежий воздух.
У нас курочка уже вот скоро приготовится. Сейчас будем топить масло. Этот. Жарик. Да, это как называется масло? Это топленое. Топленое масло. Вот. И там будет жариться лук. Вот, насыпали лук. Сейчас он до золотистого цвета поджарится. Курочка уже приготовилась. Достали ее. Вот сейчас хинкал засыпается в бульон куриный, который... И размешиваем. Обязательно надо размешивать, чтобы они между собой не склеились. И варим до готовности. Вот уже наш поджаривается, приобретает лук золотистый цвет. Курочку размельчаем, чтобы удобно было кушать. Вот хинкал варится уже. Сколько минут уходу хинкал? В общем, 20 минут должны там хинкал готовиться. Все, хинкал уже приготовился. Вот они. Минут 20 прошло. Сейчас накладываем хинкал в тарелку. На хинкал сверху вот наше накладываем лук жареный с маслом. И насыпаем грецкий размельченный орех. Вот наша порция. Также накладываем хинкал. Масло с топленым с луком. И грецкий орех. Размельченный. И употребляем их с мясом. Можно добавить аджику с чесноком, кефир. Все. Всем приятного аппетита.